Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу 20 интересных фактов о Чехии, узнав которые вы реально удивитесь. Первый факт: у чехов своеобразное чувство юмора, порой иностранцам его даже не понять. Например, у них в сувенирных магазинах можно встретить смешные маски Гитлера или сувениры с нацистской символикой. Они считают, что лучший способ справиться с трагедией – это посмеяться над ней. Второй факт: Богемия в Чехии не просто модное слово, а целый регион. Королевство Богемия в 1918 году стало частью Чехословакии, а затем и частью Чехии. Третий факт: Прага – единственный крупный город в Европе, который не подвергался сильным бомбардировкам. Именно поэтому в столице Чехии так много зданий, которые даже являются средневековыми. Четвертый факт: Пражские астрономические часы были установлены в 1410 году, и это делает их самыми старыми в мире. Эти часы – настоящее произведение искусства, чего только стоят эти жуткие статуи, которые двигаются каждый час. Пятый факт: насколько это не банально, но официальным языком Чехии является чешский. Его знает чуть больше 10 миллионов человек, и практически все они проживают на территории Чешской Республики. Шестой факт: в Чешской Республике находится самый большой и старинный замок в мире – Пражский град. Его длина 570 метров, а ширина 128 метров. Это занимает площадь 7 футбольных полей. Седьмой факт: чехи больше всех потребляют пиво на душу населения. Согласно статистике, только на одного чеха уходит в год около 150 литров пива. Кстати, эта страна славится пивом, его начали делать еще в 19 веке. Восьмой факт: на территории Чехии можно найти до 2000 различных замковых сооружений, в том числе и Пражский град. Девятый факт: первым голливудским блокбастером, снятым в Чехии, был фильм «Миссия невыполнима» с Томом Крузом. Также в Карловых Варах происходили съемки фильма «Казино Рояль» с Джеймсом Бондом, а в Праге снимался иллюзионист. Десятый факт: в Чешской Республике располагается 12 объектов, которые входят в список ЮНЕСКО. 11 факт: в Чехии своя собственная валюта – чешская крона. Это означает, что практически во всех магазинах вы можете рассчитываться только кронами, и только в некоторых в евро. 12 факт: в 19 веке Йозеф Хармайр дал Праге прозвище «город 100 шпилей». На тот момент в городе действительно насчитывалось около 103 шпилей. Сейчас Праге удалось многократно подтвердить свое прозвище, и в Праге насчитывается более 500 шпилей. 13 факт: в Чехии есть место, которое называют чешским Гранд-каньоном. Кстати, его название звучит как «Велка Америка», что в переводе означает «Большая Америка». Это искусственный горный карьер, который заполнила чистая дождевая вода. Получилось озеро голубого цвета, это место очень популярно среди туристов. Кстати, рекомендую обязательно сюда приехать. 14 факт: в Праге есть музей гигиены, который владеет уникальной коллекцией ночных горшков. Всего она насчитывает до 2000 экспонатов, от первых ночных горшков до первых унитазов. Там есть даже туалет, который был на «Титанике». 15 факт: Мацоха, самый глубокий карстовый провал в Центральной Европе, является очень популярным местом. Он знаменит тем, что в 1723 году на его дно спустился монах Лазарь Шоппер. Это стало первым в мире рекордно глубоким спуском. 16 факт: еще одна особенность Чешской Республики – это уникальный выдувной хрусталь и стекло, который популярен во всем мире. 17 факт: республика находится на 7-м месте по безопасности жизни, согласно индексу глобального мира 2018 года. 18 факт: Чехия входит в список наименее верующих стран мира. Только 20% верят в Бога, 30% вообще не верят ни во что, и остальные 50% допускают, что есть какие-то силы. 19 факт: Оскар Шиндлер, который спас более 1000 евреев во время Холокоста, родился в Цитау. Сейчас этот регион является частью Чешской Республики. Про подвиг Шиндлера сняли фильм, который получил 7 статуэток Оскара. 20 факт: чешский невролог Ян Янский впервые в мире классифицировал кровь на 4 группы. Это стало огромным прорывом в донорстве крови и спасению людей. Вот такие были сегодня 20 интересных фактов о Чехии. Надеюсь, такой формат вам был интересен. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч. А всем, кому интересна работа в Чехии, рекомендую это видео.